Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 прямой эфир. Телефон в нашей студии 34-22-43. Каждый из вас может позвонить и стать участником нашей программы. Помните пословицу: «Дом вести, не лапти плести». Это, вы знаете, о наших женщинах. Совершенно случайно ко мне в руки попала, дорогие друзья, вот эта удивительная книга. Она называется «Книга полезных советов». По ней еще наши мамы и бабушки где-то в 50-е, 60-е годы 20 века изучали хитрости домашнего хозяйства. Вот кое-какие из хитростей я хочу зачитать прямо сейчас. Например, заменители мыла. Предлагали горчицу. Благодаря моющим свойствам часто употребляется для стирки шерстяных окрашенных вещей, реже хлопчатобумажных и шелковых. Ну, если с горчицей еще более-менее понятно, то одно из средств, которым можно заменить мыло, которое предлагается вот в этой книге, это отвар фасоли. Ну, честно говоря, мне это было очень удивительно. Берут около 1 килограмма фасоли, отпаривают в 5 литрах воды. В слитой жидкости без добавления мыла стирают светлые, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани. Вот таких вот удивительных рецептов и полезных советов в таких книгах очень-очень много. Но что стоит сказать? Современные хозяйки шагнули далеко вперед, и сегодня вместо горчицы и фасоли в ход идут самые неожиданные растворы и предметы. Порой хозяйки по-настоящему удивляют своей изобретательностью. Вот лишь некоторые хитрости, например, по уходу за одеждой и обувью, которые я нашла в интернете. Если джинсы пропитались неприятным запахом, то стоит положить их на ночь в морозильную камеру. А вот если новая обувь вдруг вам жмет, то тот же самый интернет советует положить в каждую пакет или бутылку с водой и только после этого поставить обувь в морозильную камеру на ночь. Следующий совет, ну, мне просто понравился. Чтобы по колготкам не ползли стрелки, их рекомендуется сбрызнуть лаком для волос перед надеванием. Вы знаете, вот мне показалось, что подобные манипуляции с любимыми джинсами или новыми колготками несколько настораживают, поэтому сегодня в нашей программе мы решили обратиться к более проверенным методам. Своими секретами домоводства, дорогие друзья, в нашей студии поделятся наши гости. Нам также интересно, какие хитрости домоводства знаете вы. Звоните в студию, пишите в Вайбер, а пока для вас поет наша гостья. Это солистка городского центра культуры города Жлобина Анна Олейникова. Встречайте. Простила, и слезы высохли, оставив след судьбе. Все то, что остыло, уносит выдохом, и я лечу к тебе. Пусть люди меня называют безумной, я знаю, что счастье любить безрассудно. Обними меня крепче, огнем неистовым, любовью искренней. Дай душою согреться, ты мой единственный, и это истина. Только твой вижу свет, навсегда в той шеле. Обними меня крепче, все, что больше любви я не требую, не. О, не. Всем разное счастье, а для меня одно. С тобою рядом быть, дыханием ветра, касаться губ твоих и одного любить. Пусть люди меня называют безумной, я знаю, что счастье любить безрассудно. Обними меня крепче, огнем неистовым, любовью искренней. Дай душою согреться, ты мой единственный, и это истина. Только твой вижу свет, навсегда в той шеле. Обними меня крепче, все, что больше любви я не требую. Нет, 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 нет силы выше, нет тебя мне ближе. Нет.
Обними меня крепче, огнем неистовым, любовью искренней. Дай душою согреться, ты мой единственный, и это истина. Только твой вижу свет, навсегда в той шеле. Обними меня крепче, все, что больше любви я не требую. Крепче, огнем неистовым, любовью искренней, дай душою согреться. Ты мой единственный, и это истина. Только твой вижу свет, навсегда в той шеле. Обними меня крепче, все, что больше любви я не требую. Добрый вечер, Анна, вам еще раз. Добрый. Спасибо большое за эту песню. Дорогие друзья, мне стоит сказать, что мы не зря пригласили вот именно Анну на сегодняшнюю программу. Дело в том, что вы не только поете, ваши друзья и знакомые называют вас суперхозяйкой. И так как мы сегодня решили поговорить как раз-таки о секретах домоводства, то, дорогие друзья, я хочу представить и следующих гостей в нашей студии. Это... Еще раз напоминаю, Анна Олейникова, это не просто певица, она многодетная мама из Жлобина, да, которая не только красиво поет, но знает, как быстро вывести пятна с детской одежды. Также сегодня у нас в гостях психолог Людмила Тутынина. Она расскажет нам, как быть экономной хозяйкой и поделится экзотическим рецептом консервированных одуванчиков. Ну и наша постоянная телезрительница Ксения Литвин пришла сегодня к нам на программу. И специально для сегодняшнего эфира она приготовила вот этот необыкновенный торт «Наполеон». Я бы хотела, чтобы его сейчас показали. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что тема нашей сегодняшней программы – это секреты домоводства. Нам очень интересно, какие хитрости домоводства знаете вы. Ну, как, например, избавляетесь от пятен, неприятных запахов, как чистите сковородку или микроволновку. В общем, звоните в студию, пишите в Вайбере. Ну, а пока своими секретами поделятся гости в нашей студии. И, конечно же, начнем мы с ароматного «Наполеона», который вот находится вот здесь вот совсем рядом со мной. И очень хочется узнать секреты приготовления этого блюда именно от Ксении. Но самый главный сюрприз, что этот торт «Наполеон», дорогие друзья, сегодня достанется победителю нашего конкурса. И на самом деле получить его очень просто. Нужно позвонить в студию по телефону 34 22 43 и просто ответить на вопрос. Просто продолжить пословицу. Не та хозяйка, которая говорит, а та... Продолжите, пожалуйста, эту пословицу еще раз. Не та хозяйка, которая говорит, а та... которая что делает? 34, 22, 43. Правильный ответ. И торт «Наполеон» от Ксении ваш сегодня после прямого эфира. Ксения, ну а вы нам расскажите, пожалуйста, как давно вообще печете вот такие замечательные сладости? С юных лет. С юности, со студенческих времен. Мы собирались вместе с друзьями, пекли. То есть это уже у меня давным-давно отработано. Мне кажется, что сегодня хозяйки все-таки пекут как-то пореже сами. Особенно, когда речь идет о таком количестве коржей, как обычно в «Наполеоне». Кстати, сколько у вас коржей? 12. 12 коржей? Да. А сколько времени вы потратили на приготовление торта? Ну, где-то около часа для выпекания. Так. Чтобы сварить крем где-то минут 15. Замесить тесто где-то тоже минут 15. Так. То есть времени немного. Часа два. Ну, если так все сосчитать, надо это же так приятно, катать тесточко, это просто релаксация какая-то. Вот видите, с какой любовью, дорогие друзья, был приготовлен этот торт «Наполеон». 34 22 43, он может стать ваш, если вы позвоните в студию и продолжите пословицу. Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая что делает. 34 22 43, звоните. Ну, каждая современная хозяйка, я уверена, знает свой какой-то особенный, секретный, скажем так, рецепт приготовления такого десерта, как торт «Наполеон». Поэтому, Ксения, очень интересно узнать, в чем же особенность вашего. У меня особенностей нету. Рецепт стандартный. 2 стакана муки, так. 250 грамм масла. Обязательно масло сливочное. Не надо ни в коем случае брать маргарин. Вот. Муки. Так, муки 2 стакана, масло, воды пол чашечки, в которой разводится. Одно яйцо разводится. Щепоточка лимонной кислоты или лимона, четвертая часть. Соли немножко.
И у нас получается тесто. Да, мы все это смешиваем, раскатываем, делаем маленькие шарики и отправляем в холодильник или на ночь, или хотя бы на 2 часа. А крем у нас волшебный? Крем. Значит, мы делаем из 4 яиц, стакана сахара, 2 ложки муки. Ванилин мы добавляем уже, когда все сварилось это. Нужно варить, пока не закипит, бурболки не появятся. Но все обязательно нужно мешать, обязательно, чтобы ничего не подгорело. И очень тонко, если я правильно вот знаю свой рецепт, очень тонко раскатывать. Да, его раскатывать тесто. Легко. Просто нужно муки добавлять. И оно все катается. У меня такая скалочка хорошая. Она... Давайте поаплодируем Ксении. Она с таким воодушевлением рассказывает. Знаете, какая? Основание само кружится. То есть не надо вот так вот пальцы там, ничего. Я поняла. Я даже не знала, что такие скалочки существуют. Да, это мама подарила мне. Я с удовольствием выпекаю. То есть я держу и вот так вот раскатываю. Все. Ну и все равно, мне кажется, что рецепт этого торта не назовешь легким. Людмила, как ты думаешь, Наполеон? Ты вообще когда-нибудь в жизни готовила Наполеон? Саша, я люблю печь, оговорилась по Фрейду. Я люблю печь пироги дрожжевые. А все, что касается вот тортиков, да, это вообще не моя тема. Это у меня делает дочь. Ну, у нас разделение такое. Я думаю, что ты сегодня научишься делать торт Наполеон, после нашей программы обязательно попробуешь. Кстати, Ксения, вот расскажите, в чем все-таки ваша главная хитрость? Вот, например, что можно посоветовать хозяйкам, которые боятся этих трудностей? Не бойтесь. Как быстро и дешево, даже, и вкусно, чтобы было это все делать? Даже если что-то не получается, у меня же тоже сначала не все получалось. На ошибках же мы учимся, правильно? А, главное, знаете что, мука, нужно смотреть на сроки. Я как-то взяла чтобы муку. Чтобы она была свежая? Да, чтобы свежая была мука. Сроки муки, да, обязательно, потому что запах может быть неприятный. Вот ну, так. Мне кажется, что Анна, вот ее дети точно оценят это лакомство. Скажите, Анна, вы вообще часто готовите вот такие сладости, тортики? Вот именно тортики? Именно тортики по поводу, скажем так. Потому что если я готовлю тортик, сейчас все-таки современные технологии, вот деткам нравятся тортики из мастики, украшенные там разными зверушками из мультиков. Иногда и вы такое делаете? Я такое делаю. Это занимает гораздо больше времени, чем просто тортик. Поэтому я себе это могу позволить только по большим праздникам. Каждый день, конечно, не могу, потому что помимо работы, помимо деток домашнего хозяйства, куча других забот. Вот. Вот это торты, которые вы приготовили, готовили для детей, да? Да, кстати, вот этот тортик с Машей Медведем. Это трубочки, желейный тортик. Это еще малышке, наверное, годика 4 было. Фотографии такие. Это мы делали, кстати, вот очень любят мои детишки все из творога. Очень много творожного. Это творожные розанчики, основа песочное тесто. А это, наверное, маковые куличи, пироги, да, какие там пироги. Но это тоже роскошь. Это такое я больше делаю на Пасху, потому что именно это тесто требует времени. С утра ты начал, к вечеру закончил. Это уже пошли... Ничего это, себе, столько булочки, столько это много Пасха, сладостей. Да, то есть это немножко еще припудренные пудрочкой. Это как раз-таки не колобочки, а ежики такие. Получится бисквитное тесто со сгущенкой и пропитанное. А скажите, пожалуйста, Анна, какое любимое блюдо вот в вашей семье? В нашей семье, знаете, чем проще, тем лучше. Вот сейчас мы говорим про сладкое. Я сейчас расскажу, какое сладкое блюдо у нас подручное. Если брать вот так, чтобы покушать и... наесться всей семьей. Да, давайте начнем с покушать и наесться всей семьей. Давайте. Да, какое? Учитывая, что у всех вкусы разные и очень сложно угодить, поэтому самое простое – это курочка на банке. Набрал в баночку воды, так. Курочку намазал там солькой, перчиком, чесночком. Минут 20 вот она так немножко замариновалась. На банку с водой эту курочку одеваем и отправляем в духовку. Все, за эти 1,5-2 часа, пока курочка там готовится, я, можно сказать, свободна для других дел. Вот. Получается, курочка, водичка это парит, она внутри сочная, но снаружи оболочка хрустящая и румяная. Курочка уходит на ура. Детки едят грудку, папа любит ножку, а я люблю все, что сочное. Вот некоторые говорят, что спинка это невкусно. Спинка это самое вкусное. Спасибо большое. Ну а теперь к десерту переходим. Какой, да, теперь переходим к десерту. На самом деле, да, с творогом вот либо творожные сырники, либо творожные колобочки. Вот тут показывали розанчики. Если подойти к творожным колобочкам, делается очень быстро. Для этого достаточно иметь вот 2 пачки творога, сахар, ванилин обязательно, они тогда будут более ароматные. Дорогие друзья, и 3 детей, которые, обратите внимание на фотографии, помогают Анне делать эти сырные колобочки. Да. Получается, что мы взбили яйцо с сахаром, потом, лучше даже на миксере, чтобы это все пышненько было. Потом раздавили вилкой творог, все это вместе совместили, добавили соду с уксусом обязательно, чтобы они были более пышные. Вот. Ну и все это дело заканчиваем мукой.
Нужно муки такое количество, чтобы наши колобочки лепились и в то же время не были старыми, если можно так назвать, чтобы тесто не застарить. В общем, наше податливое тесто мы раскатываем в колбаску, аккуратненько режем на кусочки, и детишки очень любят крутить вот эти колобочки. Все, когда артиллерия колобочков готова, мы их бросаем в кипящее масло, они готовые, румяные у нас уже на блюде, сахарной пудрой, можно со сметанкой кушать, можно просто с чаем. Это самое простое дежурное блюдо, которое улетает на ура. У меня даже нет слов, дорогие друзья. Спасибо, Анна, спасибо большое. А вообще, вы знаете, наши женщины не перестают меня удивлять, когда вот речь, особенно когда речь идет о рецептах. Мы продолжим сейчас говорить о рецептах, но у нас есть телефонный звонок. Я очень надеюсь, что это ответ на вопрос нашего конкурса и какой-то телезритель, который хочет выиграть вкусный торт «Наполеон» от Ксении Литвин. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Денис. Денис, скажите, пожалуйста, можете ли вы продолжить пословицу? Не та хозяйка, которая говорит, а та... Наверное, варит щи. А та, которая щи варит. Ну, вы правильно ответили на вопрос. Эти аплодисменты. И торт «Наполеон» тоже ваш. Скажите, пожалуйста, Денис, вы вообще любите торт «Наполеон»? Очень. А сами умеете его готовить? Нет. Ну, так как обычно хозяйки – это женщины, может быть, вы как мужчина поделитесь каким-то секретом домоводства, который вот есть в вашем хозяйстве? Как, например... Даже не знаю. А, то есть вы уже под впечатлением ароматного, вкусного, аппетитного торта. Спасибо вам за телефонный звонок. Спасибо большое. Эти аплодисменты еще раз для вас. Итак, дорогие друзья, рецепт – это всегда удивительно, особенно когда это касается наших женщин. Дело в том, что вот именно сейчас я бы хотела обратить внимание, и чтобы операторы показали вот эту вот баночку, удивительную консервированную, да, баночку, которую Людмила Тутынина держит в руках. Вот знаете, что это? Это одуванчики в собственном соку. Вот честно скажу, про консервированные одуванчики я впервые, Люда, услышала от тебя, и до сих пор, ты знаешь, не могу поверить, что такое блюдо существует. Расскажи, пожалуйста, что это за чудо? Рецепт. Наташ, ну, сначала хочу тебе сказать, что когда девчата рассказывали про свои, про свое кулинарное искусство, ты, наверное, услышала, как упала моя самооценка, как у психолога. Ну, я сейчас отыграюсь. Мы тебя поддержим. Ну, откуда это? Ну, во-первых, я сибирячка, да, и мы в Сибири привыкли идти в лес и собирать все, что можно собрать, да. С ранней весны до поздней осени мы занимаемся собирательством. Поэтому, когда я оказалась в Беларуси, я стала изучать травы, я стала изучать грибы, я стала изучать все, что здесь есть съедобное. То есть первое тебе попались одуванчики, да? Самое раннее. И мне попался рецепт одуванчиков. Сначала я делала мед, да, варенье такое одуванчиковое. Да, мы как-то рассказывали. Мед, отличная идея. Но если вот вы любите делать, например, винегреты зимой, да, или любите делать солянки, или рассольники, такие супы, то вот маринованные одуванчики, это незаменимая вещь в хозяйстве. Я понимаю, это соцветия, да, которые не распустившиеся. Да, это бутоны, крепенькие бутоны. Вот как только начинается, пошел сезон одуванчиков, выходите на поляну, которая находится далеко за городом, чтобы не ездили машины, и собираете. Релакс необыкновенный. Когда вы это все дело насобирали, быстренько домой, быстренько. Все это дело помещаете в большую емкость с холодной водой и немного соли добавляете. Даже если вы переборщите соли, ничего страшного. Пусть вот это богатство ночь помокнет. Вымочим. То есть одуванчики надо вымочить в холодной соленой воде. Да, чтобы ушла горечь, да. А на завтра вспоминайте все рецепты. Вот кто любит делать по осени помидоры, да, вот. И ты консервируешь как обыкновенные помидоры? Как обыкновенные помидоры. В результате получаются каперсы какие-то. Получается вкус как каперсы, очень вкусно. Ничего себе, спасибо большое, Людмила. Я думаю, что мы, когда они уже так подготовятся у тебя в баночке, обязательно их попробуем. Попробуем. Да? Но еще рановато все-таки, да, дуванчики только-только, урожай, что называется, закончился. Ну, дорогие друзья, вот уж правду говорят, хозяйка
красна и каша вкусна, в данном случае одуванчики. Кстати, о пословицах. Мы продолжаем конкурс и хотим вот прямо сейчас разыграть пригласительный билет на выставку «Венценосная семья. Путь любви» в музей Дворца Румянцевых и Паскевич. Эта выставка действует до 1 июня. И вот у вас, дорогие друзья, есть сейчас возможность выиграть пригласительный билет на две персоны. Для этого достаточно угадать, о чем же говорится в следующей пословице. Итак, пожалуйста, подумайте, послушайте внимательно, не торопитесь. Из чего хорошая хозяйка уху сварит? Обратите внимание, это пословица. Из чего хорошая хозяйка уху сварит? 34 22 43, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Я напоминаю, что мы говорим сегодня про домоводство, о том, как же упростить жизнь хозяйкам. Сегодня делимся секретами домоводства в прямом эфире. Ждем также ваших звонков и сообщений в Вайбере. Кстати, наша постоянная телезрительница Ирина в нашей группе ВКонтакте прислала еще один необычный рецепт. И вот интересно, что же здесь, как говорится, посоревнуемся? Или одуванчики победят, или цветы кабачков в кляре? Ирина утверждает, что это блюдо белорусы не знают, а очень даже зря. Кстати, рецепт вы вот увидите сейчас на экране, поэтому записывайте. Все очень просто. Цветы кабачков обмакнуть в кляре и на сковородку. Аплодисменты Ирине! Спасибо большое, Ирина, за этот необычный рецепт. Учитывая, что совсем скоро уже зацветут кабачки, мне кажется, такой совет будет очень даже кстати. Татьяна, наша телезрительница, знает рецепт от мошек. Ого. Вот актуально, вот очень актуально, Татьяна. А, так это рецепт, о котором сейчас, мне кажется, все говорят. Детский крем смешать с ванилином. Помогает, проверено. Вот жаль, что мы сегодня детский крем с ванилином не подготовили. Но надо попробовать. Кто-нибудь из вас... Мошек нету. Мошек уже нет, Ксения, у вас? У нас есть. Скажите, кто-нибудь из вас знал об этом рецепте? Нет. С ванилином? Да, пробовали? Пробовали. Ну и помогает, действительно. Мошки не любят и комары, и никто не любит ванилин. Нам приятно, а им нет. Я вспоминаю старые времена, мы с мамой ездили на дачу. Старый самый ненужный одеколон, мы им намазывались, нам было, конечно, неприятно, он такой слишком резкий, его комары-мошки не любили, а вот ванилин — это самый классный способ. А, спасибо, Анна. Вот, кстати, знаете, в старой советской книге «Полезные советы» тоже есть свой рецепт от комаров. Я даже себе записала, это страница 734, правда, не от мошек, а от комаров. Дорогие друзья, вот я хочу вам его зачитать. Итак, чтобы во время прогулки вас не кусали комары, надо взять на кусочек бумаги каплю анисового масла. И когда масло расплывется, потереть лицо и руки. Анисовый запах отпугивает комаров, мух и разных мошек. Это, дорогие друзья, рецепт из книги «Полезных советов» 1950-60 приблизительно год. Мне кажется, это тоже достойно аплодисментов. Ну, вообще, как написано, вы знаете, в толковом словаре, раз мы с ним говорим про домоводство, домоводство — это умение и навыки вести домашнее хозяйство. И мне кажется, это целое искусство. Вот посмотрите, это целый набор профессий, которые должна освоить женщина. Согласитесь, дом вести, не рукавом трясти. Я сегодня вся в пословицах про хозяйство. Вот взять хотя бы, дорогие друзья, такую забавную статистику по домоводству из интернета. Вот кто-то посчитал, что в семье из 4 человек ежегодно приходится мыть 18 тысяч ножей, ложек и вилок, вдумайтесь только, в год. 13 тысяч тарелок, 8 тысяч чашек и столько же блюдц. А вот вес всей посуды, перемываемой хозяйкой в течение года, составляет 5 тонн, дорогие друзья, 5. Переходы, вот этот мне понравился, вот этот факт мне понравился больше всего. Переходы вот эти, знаете, Люда, от стойки к мойке в год. Так вот мы, хозяйки, наматываем 1500 километров. Стирка и глажка белья занимают в год 200 часов, а мытье полов, ну, всего лишь 70. Подумаешь, как говорится, дорогие друзья, хозяйка в дому, что пчела в саду. Мне кажется, да, очень интересная информация. Ну, а мы, напоминаю, что работаем в прямом эфире и вернемся в студию сразу после рекламы. Дорогие друзья,
друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Наш телефон в студии 34-22-43. Каждый из вас может позвонить и стать участником нашей сегодняшней программы. Какие хитрости домоводства знаете вы? Делитесь своими секретами и участвуйте в нашем конкурсе. Я хочу напомнить вопрос для конкурса. Надо было пробовать угадать, о чем говорится в пословице. Итак, внимание, из чего хорошая хозяйка уху сварит? Мне подсказывают, что есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это вариант ответа на вопрос. И, может быть, даже победитель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Лариса. Лариса, ну, попробуйте отгадать, может быть, даже назвать полностью эту пословицу, из чего хорошая хозяйка уху сварит. Хорошая хозяйка... Хорошая хозяйка из петуха уху сварит. В аплодисменты, все правильно. Хорошая хозяйка из петуха уху сварит. Вот сразу видно, Ларис, что вы хорошая хозяйка. И можете даже рыбный супчик сварить из петуха. Ну что ж, вы выиграли пригласительный билет на выставку «Венценосная семья. Путь любви» в музее Дворца Румянцевых и Паскевичей. Выставка, напоминаю, действует до 1 июля. Лариса, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то секрет домоводства, вот, может быть, в кулинарии или, допустим, в хозяйстве, которое вы используете, и вы можете поделиться прямо сейчас с нашими телезрителями? Ну, такой рецепт, я думаю, есть у каждой хозяйки. Расскажите. Готовить с любовью, любить свою семью, ну и принимать гостей. Спасибо, спасибо большое, это очень цельный совет, да. Ну, о более конкретных советах вот мы поговорим вот прямо сейчас. Вот дело в том, что, мне кажется, пора поговорить о том, как стать хорошей экономной хозяйкой, что вообще поможет, в принципе, женщине летать над бытом. Вот, Людмила, какие советы психологов есть по этому поводу и как правильно их применять на практике? Подскажи нам, пожалуйста, в чем же главный секрет домоводства, главный секрет хорошей, успешной хозяйки? Наташ, ну вот я сегодня тоже пришла на эфир, да, вот с такой замечательной книгой, называется «Беседа о домашнем хозяйстве», где собрана мудрость наших бабушек. То есть первое, это не гнушаться советами наших мам, бабушек, да, они мудры в этом. Второй момент, мне кажется, настоящая хозяйка должна владеть основами планового хозяйства, да. То есть планировать. Планировать, да. Третий момент. Мне очень нравится вот этот момент. Следить за своими расходами. Может быть, запишем? А давай. Поддержим. Итак, первое – это планировать. Не, Наташа. Первое – любовь к кухне. Поддержим телезрителей. Так. Чего ж без любви-то? Первое – это любовь к кухне. Второе – это планирование. Планирование. Хозяйка должна знать, сколько у нее риса, сколько сахара, сколько гороха, ну и так далее. Сколько примерно за неделю съедает семья. Правильно? А, так значит, планирование и, наверное, еще учет, вот этот расход, да? Да, конечно. Планирование и учет, наверное. Планирование и учет, видите, так. Прямо как в университете, и учет. Второй момент, вернее, третий момент, но что очень важно, следить за своими расходами. Например, в течение месяца, если мы будем каждый раз откладывать чеки, когда мы приходим с магазина, то мы можем обнаружить, сколько мы денег потратили на сладости. Или, например, если в семье кто-то курит, как много денег уходит, там, например, там, на вредные привычки. Поэтому я так напишу чеки. Это будет понятно? Чеки. Чеки. Очень даже понятно, да. И в магазин ходить не на голодный желудок. Вот какой хороший совет. Это, знаете, это типа того, чтобы контролировать. Контролировать себя и контролировать запасы. Давайте я здесь напишу чеки и контроль. Хорошо? И контроль. Но вот четвертый пункт пока остался. Так еще лучше не только сытым туда ходить, но еще и с конкретным списком. Тогда ты точно мимо ничего не купишь. Список покупок. Ну, смотрите, мы говорили планирование. Вот это и есть, да, тоже. Мы отправляем, например, если кого-то не сами идем в магазин, то четко говорим 2 килограмма там того-то, килограмм того-то. А вот я хочу спросить у Ксении. Вот эти советы, вот эти секреты домоводства, в принципе, Ксения, вы ими пользуетесь? Ну, не всегда. А вот что вот здесь для вас? Вот у меня любовь стоит на первом месте. На первом, так. А планирование учет не получается, да? Как-то было дело, я вела это, кстати, и собирала чеки, но потом я поняла, что это очень много чеков собирается, просто уже голова кругом идет. Я это забросила. Но это было у меня. На моей практике это было. Может, каждый попробовать. Хорошо, но, может быть, Анна, есть еще какой-то свой собственный совет и секрет вот в таком вот, в общем таком контексте? Ну, на самом деле, это вообще моя любимая тема. Так. Планирование. Я, на самом деле, очень много планирую. Раньше я это делала
На листочке бумаги записывала. Потом поняла, что мне мало, неудобно, что-то вычеркивается. Я сделала себе экселевский документ, где планирую расходы на следующий месяц. Я записываю, сколько мне понадобится приблизительно на еду, например, на бензин на машину, сколько мне нужно заплатить за кружки, сколько мне понадобится на предстоящие дни рождения. То есть пунктов. И, может быть, если останется там какая-то сумма на приятные расходы, это здорово. Если вдруг нет, ну что ж, тогда можно попробовать в следующем месяце. Зато, вот если ты планируешь, тебе хватает и покушать, и на какие-то радости. Сюда может входить какая-то поездка, например, с детьми в Минск. Вот мы планируем как раз-таки поехать в аквапарк. Запланировали 2 месяца назад, вот сейчас мы уже билеты купили. И скоро мы очень сильно будем там веселиться. А вообще скажите, Анна, у вас есть какие-то помощники вот в хозяйстве, кроме, конечно, семьи, как мы заметили на фотографиях? Может, это какая-то умная техника, а может быть, еще какие-то особые хитрости? Есть разные хитрости. А с техникой, вот я помню, меня муж так уговаривал долго купить мультиварку, которая есть у всех. Я очень долго жила без мультиварки, все было замечательно, она у меня появилась, она помощница, но за эти 2 месяца я ей пользовалась, наверное, пока 4 раза. То есть я настолько привыкла вот по накатанной, как это делается, в духовке, там, на газу, в кастрюльке. То есть это то, что касается помощниц, она у меня есть, но я ей пользуюсь, когда нужна. Ну, у меня такая, скажем так, я пользуюсь вообще приложением. Опять же, вот я начала про тему планирования. Очень любопытно, что за приложение? Есть такое мобильное приложение, называется «Помнить все». «Помнить все» оно выручает меня не только в быту, но и какие-то решить вопросы за периметром квартиры. Что это имеется в виду? То есть помимо того, что у меня куча своих забот, хлопот, плюс я думаю, как не забыть всем троим детям кому-то в садик шорты положить, кому-то денежку сдать на какой-то кружок, кому-то не забыть приготовить бантики на предстоящую линейку. Это приложение удобно тем, что записываешь. Можно вручную записывать, а можно делать голосовое сообщение. Например, нажимаешь на микрофон и говоришь, завтра в 8 положить пусть носки. Это что угодно может быть. Что-то такое важное. Очень хорошая идея насчет мобильного приложения. Ксения, вот чтобы даже не собирать чеки, или, допустим, как планировать, не писать на листочке, мне кажется, вполне можно попробовать. Как вы считаете? Мне кажется, что каждый день приносит какие-то свои изменения, и не всегда. Вот у вас всегда получается? Я сейчас расскажу, это я только начала про него рассказывать. На самом деле бывает так, что ты занят чем-то другим, у тебя выскакивает, срочно отнести кому-то что-то. Выскакивает, ты понимаешь, что сейчас ты это сделать не можешь, и выбираешь отложить на 15 минут, на час, либо на день. Если я понимаю, что я сегодня это физически сделать не успею, я откладываю на следующий день. Бывает такое, что некоторые свои планы я выполняю в этот же день, а бывают такие, которые я продлеваю на каждый день. Ну, в любом случае, это хорошее напоминание получается. Спасибо. Анна, спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о каких-то секретах домоводства, о бытовых хитростях. Согласитесь, это то, что способно все-таки сделать жизнь человека намного легче и организовать домашний уют. Кое-какие вот из этих секретов мы рассказываем и продолжим рассказывать. Но для начала я хочу объявить еще один конкурс. 34-22-43, телефон прямого эфира. У нас есть пригласительный билет в художественную галерею Гаврила Ващенко. Удивительное место, где можно отдохнуть всей семьей. И для того, чтобы получить этот пригласительный билет, надо позвонить в студию и ответить на вопросы. Так, внимание, вопрос. Как называется популярный русский салат, название которого происходит от французского слова и переводится как «уксус»? Итак, как называется популярный русский салат, название которого происходит от французского слова и переводится как уксус? 34-22-43, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Друзья, мы продолжаем прямой эфир, и вот хочу задать вопрос гостям в студии. Ксения, Людмила, скажите, пожалуйста, что вам помогает быть хорошими хозяйками? Поделитесь своими секретами. Вот Анна рассказала нам про мобильное приложение. Какие помощники есть у вас, Ксения? Вы знаете, вот я часто использую соду. Мне кажется, это незаменимый продукт в каждой семье, особенно у хозяйки. Вот где конкретно вы, например, кроме кулинарии, используете соду? Вы знаете, что есть гигиенический такой рецепт. Если хотите, я вам могу даже показать. Конечно, мы просим, поддержим вас. И что для этого необходимо, и что это вообще будет? Что мы будем делать с Смотрите,
Вот есть такая туфля. Так. Если человек целый день ходил, то, возможно, неприятный запах какой-то. Сода. Сода, она вот убивает любые запахи. То есть неприятный запах можно избавиться от него с помощью соды? С помощью соды, и как да. это надо делать? Смотрите, можно взять ложкой. Ну, можно немного. Достаточно совсем чуть-чуть. Чуть-чуть больше. Просто засыпать. Слушайте, такое количество соды можно и забыть. Даже если вы забыли, на ночь поставили и забыли, ну вдруг, так, в попыхах, быстренько обулись, ничего страшного. Вы целый день... Вот для супруга можно сделать такое, да, вот такую, да, такую да. услугу. Да, если он забыл, обул белые носочки, все чистенько будет, отмоется. Ксения, прекрасно. Спасибо большое. Нет. И просто до утра это все оставить, да. или можно высыпать. Да, да, можно высыпать. Спасибо большое. Ну, на самом деле, сода нужна, дорогие друзья, не только для того, как получается, да, чтобы испечь пышные булочки или вот сделать торт Наполеон, но и вот, как оказывается, может пригодиться любой хозяйке в быту. А что еще вообще можно сделать в хозяйстве при помощи соды? Людмила, вот как ты, например, используешь соду? Наташ, ну, во-первых, я очень люблю все старые такие вот наработки, ну, например, там с хозяйственным мылом, да, там, я еще помню, когда мы мыли голову, например, яйцом и ополаскивали уксусом или лимоном, да, поэтому рецепты, вернее, соды я использую везде, где только можно. Ну, например, устали ножки, гуляли, ходили по улице, да, тепленькая водичка, сода, ну, 2-3 ложки на тазик. Все, ножки будут прямо вот как у новорожденной. Другой момент, если вы кашляете, и очень сильный кашель, а дома нет ни одной таблетки, даже таблеток с термопсисом, тепленький чаек, немножко соды, прямо буквально на кончике ножичка. Растворили, выпили. Или молочко, это одно из самых лучших средств. Далее. Если вы совсем устали от жизни, вам хочется релакса, на ванну воды, тепленькой водички, упаковочка соды. Ну, на целую ванну упаковка соды. Да-да-да, этот рецепт мне известен. Так, он снимает напряжение и ушибы, если вдруг случайно растяжение у моего мужа было. Он упал во время волейбола, и мы целую ванну набрали воды теплой, пачка соды. Вот буквально в один и тот же день все у него ушло. То есть Людмила это там в косметических целях, на а вы деле, даже да. с целью лечения да, да, какой-то. Да. Многие используют это даже для похудения. А если еще и килограмм соли вы туда бросите в эту ванну, соли, то эффект да. будет да. Ну, гарантирован. Но можно еще сделать массу приятных вещей. Например, ароматизатор содовый. Хотите? Да, конечно, поддержим, Людмила. С удовольствием посмотрим. Вот смотрите, наша гостья говорила о том, что сода уничтожает запахи, да? Плохие, неприятные. Плохие, неприятные запахи. Но у соды есть еще один совершенно уникальный, такое уникальное свойство. Она может притягивать, да, и удерживать очень приятные запахи. Берем соды, только побольше берем, да, вот, ну, ложки 4, ложки 3, может быть. Ну, я для, покажу для образца. Стакан какой-то или да, в какую-то посуду. Какую-то емкость мы берем. Да? Ну, может быть, обыкновенная баночка. То есть мы да? делаем ароматизатор, это может быть что-то очень красивое и симпатичное. Да, да это может быть что-то красивое, но чаще всего нам хочется что-то изменить. И может быть, ну, на скорую руку. Вот что у нас есть, то у нас есть. Но в данности у нас сейчас есть стакан и вот такая вот крышечка. Да? Крышечка вот с такими обыкновенными дырочками, отверстиями, да? А, вот это, наверное, секрет этого ароматизатора получается. Да, так, смотрите, дальше. Что мы делаем? Мы в соду капаем то масло, которое вам наиболее приятно. В зависимости от того, для какое чего... масло, ты имеешь в виду, эфирное, наверное? Посмотри, Наташа, да? если мы вот. Хотим ощутить радость, праздничное настроение, можно капать масло апельсина. Если вы страдаете бессонницей, да, то масло подойдет лаванды. Если вы хотите оздоровить все помещение, то это может подойти масло мятное, эвкалиптовое масло. Ну, в данном случае вот здесь масло сосны, это как прекрасный, скажем так, очиститель воздуха. Сколько капель нужно вот на такое количество соды? Ну, капельки 3, больше не надо. Вот, это будет такой достаточно ну, сильный запах. И что дальше? Размешать надо? Или... Дальше вот так вот немножко мы размешиваем. Ксения, пахнет? И запах и закрываем. Да, слышу. Закрываем. Пошел. Вот. Ух ты, класс. Даже я здесь уже слышу, да. да. И на сосне их хватает такой. Но вы знаете, что это зависит от того, какое качество масла.
масло. Обычно на следующий день нужно это обновлять. Спасибо, Людмила, очень интересный ароматизатор. Дорогие друзья, я бы хотела зачитать несколько сообщений от наших зрителей. Вот, например, что пишет нам Михаил. Зубные щетки можно очистить, замочив их на час в уксусе. Так, хорошо. Раиса рассказывает, что старую тушь для ресниц она разбавляет глазными каплями. Внимание, 2-3 капли на пару, и пару недель тушь как новенькая. Спасибо, Раиса. Спасибо, Михаил, эти аплодисменты для вас. Ольга сообщает нам, что она научилась снимать кольцо с пальцев, которые отекли, с помощью гигиенической помады. Ух ты! А вот Артем, он задает вопрос Анне. Спрашивает, Анна, где вы выступаете? Артем, спасибо за этот вопрос вам большое. Артем, я вообще сама из города Жлобина. Выступаю во дворце металлургов города Жлобина, в городском центре культуры. И иногда вот проходят разные мероприятия в парке, на других открытых площадках. Меня приглашают песни петь. Мне это очень приятно, это мое хобби, и я это очень люблю. Дорогие друзья, ну а прямо сейчас Анна Олейникова выступает на «Беларусь-4». Погоди, не хочу с тобой прощаться. Холодный снег на губах, полузакрытые чувства. Ты и я, ничего не обещали. Может быть, что-то еще, может быть, мы потеряли. А я буду всегда с тобой, буду твоей судьбой, буду твоей звездой. Рядом я, и скажу мне это я, буду всегда твоя. А я буду всегда с тобой, буду твоей рекой, буду твоей одной. Рядом я, и скажу мне это я, буду всегда твоя. Все равно, уходя, ты повернешься, губы шептали тебе, как я безумно любила. Я с тобой, больше ничего не надо. Только мне сердце открой, я навсегда буду рядом. Всегда с тобой буду.
дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на Беларусь-4. Сегодня мы говорим о секретах домоводства. И у нас есть телефонный звонок. Мне подсказывает это ответ на вопрос конкурса. Я хочу напомнить просто этот вопрос. Как называется популярный русский салат, название которого происходит от французского слова и переводится как «уксус». Добрый вечер. Давайте с вами знакомиться. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Ольга, скажите, пожалуйста, знаете ли вы название популярного русского салата? Вот название это происходит от французского слова, переводится как уксус. Салат... Я не знала, но я быстренько побежала спросить у мужа, и он сказал, что это салат-винегрет. Ух ты, откуда ваш муж знает правильный ответ на этот вопрос? Аплодисменты для вас. Точнее, для вашего супруга. Ничего себе. Но ведь на самом деле это винегрет по-французски. Именно вот так вот звучит и переводится слово как уксус. Вы знаете, вот этот пригласительный билет в художественную галерею Гаврила Ващенко ваш. Будет здорово, если вы вместе с супругом сходите туда на выходные. И эти аплодисменты тоже для вас. Ну и, конечно же, Ольга, мы очень бы хотели услышать, может быть, какой-то секрет домовод в прямом эфире от вас. Секрет домоводства? Ну, уже все такие самые главные секреты сказали, что нужно все с любовью делать для своей семьи. А вот вы ошибаетесь. С любовью все верно, но насчет главных секретов вы ошибаетесь. Самые интересные секреты домоводства еще впереди. Поэтому оставайтесь с нами на Беларусь-4. Спасибо за телефонный звонок. Дело в том, что, дорогие друзья, вот прямо сейчас мы поговорим об очень важных вещах. Например, начнем с пятен. Да? Как удалять пятна? Мне кажется, многие хозяйки, каждая хозяйка имеет много рецептов, но мне хочется задать вопрос Анне. У нее трое детей, и я уверена, что у Анны есть немало способов избавиться от пятен на одежде. Расскажите, поделитесь, Анна. Да, я хочу сказать так, что от пятен я уже давно в обморок не падаю. То есть пятна вывести – это не проблема. На сегодняшний день много существует химических средств. Ну, я так думаю, наша программа не об этом. С химией любой простачок справится. А вы попробуйте вывести пятна чем-то иным, то, что есть дома. Я на самом деле помню, еще моя мама пробовала выводить пятна, если смешать лимонный сок с уксусом. Вот у нас здесь в стаканчике есть уксус. Смешать нужно в равных количествах. Вот мы попробуем выдавить сок лимона на ложечку. У нас пятна нету, по-моему. Да, пятна нету, да. Пятно мы не сделали. Сейчас я уже раздавлю сейчас. Так, значит, это будет лимонный сок. А в каких пропорциях? В пропорциях 1:1. Вот мы давим лимонный сок. Вот я сюда выливаю. Вот, допустим, ложка 2. Так. Да, ложка 2. Смотри, какое, конечно, пятно и в каком количестве. И уксус. Вот он немножко размешивается. Сейчас мы немножко на пакости мы сделаем пятно. Шоколад. Этот рецепт выводит, да, и шоколад, и от винограда пятна, и пятна от малины, от любых других ягод. Вот. Ну, все детишки любят шоколад, и шоколадом измазаться... Покажите нашим зрителям, да, что все-таки пятно, вот, да, у нас есть. Пятно есть. Так. Вот у нас такая проблема. Что же мы будем делать? Чем выводить у нас уже есть. Берем мы такой ватный спонжик, промакиваем хорошенечко в наш раствор. А теперь внимание, самое главное, чтобы получилось, дорогие друзья. Да, и тщательно-тщательно промакиваем этот шоколад, капризный шоколад. Рекомендуется потереть. При необходимости, если есть возможность, вот я, чтобы немножечко тут не напортить, но я уже салфеточку, вижу, что уже пятно исчезает. Пятно исчезает. При необходимости можно потереть хорошенько, и мы видим, как на глазах оно просто тает. Если вдруг у какой-то хозяйки с первого раза не вышло, не стоит отчаиваться. У вас вышло с первого раза? Покажите. У меня вышло с полуразочка. Осталось совсем немножечко. Я сейчас потру посильнее. И наше пятнышко как будто не бывало. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо, просто и легко. Ну, пока Анна заканчивает, да, с шоколадом, я бы хотела у Ксении спросить, как вот Ксения избавляется от пятен. Мне очень любопытно. От пятен? От пятен где? От пятен, ну, например, на одежде. Как вы избавляетесь от пятна на одежде? Есть у вас какой-то рецепт? Вы знаете, вообще-то на одежде ничего у меня нету. Если есть, то... Я знаю, вы мне рассказывали про молоко. А, вы имеете в виду детская одежда? Ну, какой, да какая, да, да. Да, есть такое, вспомнила я в детстве еще совсем давно, когда детки были маленькие, кислое молоко. Кислое. То есть, если есть пятно на одежде, его если можно... Есть если есть кислое молоко, ну, можно его использовать как средство от пятен. От того же шоколада. Так. Кстати, тоже действует. Это... Нужно замочить или на ночь, или попробовать на 2 часа. Если 2 часа не поможет, то лучше на ночь. Спасибо, Ксения, спасибо вам за этот совет. У нас есть в Вайбере несколько тоже сообщений. Мне очень понравилось сообщение от Галины, которая пишет, если повесить одежду над горячей водой в ванной, то не придется ее гладить.
Вот, ну, интересно, очень интересно. Вообще нельзя не отметить, что полезные советы и хитрости, которые касаются одежды и обуви, они все-таки занимают почетное место у любой хозяйки. Вот Ксения, она уже торопилась рассказать свои самые сокровенные секреты. Ксения, вот прямо сейчас, прямо сейчас, вот сразу будет вам такая возможность. Дорогие друзья, вот о гардеробных нюансах поговорим далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Итак, Ксения. Ксения хотела поделиться хитростями, которые использует, чтобы почистить обувь или одежду. Я не знаю, что это будет за рецепт. У меня очень удивительный и очень необычный. Можно я покажу? Конечно, конечно, проходите. Давайте поддержим Ксению. О, уксусом пахнет. Что будем чистить? Опять же, мы берем уже правую туфлю. Та уже чистенькая. Берем правую, но мы будем чистить поверхность внешнюю. А, то есть если какие-то старенькие или грязненькие туфельки есть, например, смотрите, да? Смотрите, у нас есть картошка, мы ее разрезали уже, вот. Она вареная или сырая? Это картошка сырая. Мы используем картошку сырую. Так. В ней крахмал содержится, и он, если зимой, то он очень нейтрализует хорошо соль. Но у нас сейчас нету соли, поэтому мы просто натираем. Очень хорошенечко так натираем. Картошкой. Картошкой сырой. Обратите внимание, мы натираем обувь, дорогие друзья, сырой картошкой. Ксения, вы так стараетесь. Это очень, спасибо. Очень эффективно. Но мне кажется, должны остаться какие-то крахмальные такие разводы белые. Да? Нужно выдержать минуток 5 где-то. Так. 5 минуток. А потом промокнуть диском. Ну, вообще, в принципе, можно таким и начистить, попробовать. Но лучше натереть еще одной такой тряпочкой. Ух ты! Что случилось? Вы стерли краску, Ксения, и что произошло? Не-не, все хорошо. Мы возьмем вот эту другую тряпочку. Это была моя тряпочка. А, все ясно. Ну что, у нас же есть сода, дорогие друзья. Мы сегодня справимся с любыми пятнами на самом деле. О, да действительно, покажите, пожалуйста. Ух ты, они уже блестят. Надо же. Ксения как будто бы делает это первый раз. Покажите, Ксения, такую чистую обувку, если как говорят. Вид, да. Она на самом деле очень сильно блестит. Я думаю, дорогие друзья, что вот прямо сейчас, уверена, наши телезрительницы, они открывают свои шкафы, чтобы испытать вот вашу, Ксения, картофельную такую зачистку на своих поношенных шпильках. Мне кажется, Людмила, это очень актуальный совет, учитывая все-таки стоимость, да, вот сегодня хорошей обуви. Ксения, спасибо большое. Кстати, а вот меня, например, в последнее время очень волнует вопрос, как удалить с новой посуды этикетки. Вот знаете, такие этикетки-наклейки. Угу. Если бумагу еще можно как-то вот отклеить, то вот этот клей, который вот остается... Ну, поверьте, вот я испробовала самые разные способы. Это была и сода, это даже фен был, все домашние посмеялись. Ну, оттереть вот клей из пластика или вот посуды невозможно, но я знаю, что это под силам Людмиле Тутыниной. Люда, расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь? Как ты убираешь, как ты избавляешься от этих жутких пятен от клея, которые остаются на посуде? Как это делается? Ну вот мы купили посуду, да, вот это та наклейка, вредная наклейка, которую мы никак не можем отмыть, да. Но сама наклейка может и сойдет под горячей водой, да, но останется что? Вот этот вот клей, который невозможно ничем отмыть. Что мы делаем? Ну вот я могу продемонстрировать, вот допустим, вот на этой посуде, хорошо? Где уже, наверное, нет наклейки, остался только клей, да? Здесь, да, здесь нету наклейки, здесь остался только вот этот вот клей, который, ну посмотрите, очень неэстетично, да? Ну каждая хозяйка знает вот это пятно. Что мы делаем? Ну, во-первых, не отчаиваемся, да? Берем подсолнечное масло, вот, можно и старое подсолнечное масло, которое выходит срок годности, держать для этих целей, да? Немножко смочили, да, спонжик, да? И вот так вот, что называется, с задором, с чувством выполненного долга, с радостью. Мы начинаем, видите, понемножку, потихонечку пятно отходит. А если смыть эту бумагу больше водой и один клей, я думаю, он вообще отойдет очень быстро. Да, это поддается. Люда, почему ты раньше не рассказала мне этот секрет? Но, знаешь, Наташа, бывает еще так, что мы оказываемся на даче, когда мы привозим, например, с собой там какие-то баночки, например, там баночка горошка, да, вот купленного в магазине, и вот уже все использованное, нам хочется, чтобы посуда была чистая, да, вымытая. И опять же пресловутое это
наклеечка, которая нам портит жизнь. Спасибо. Что мы делаем, так, Наташ? Мы берем, обычно на даче есть фольга, куда мы закручиваем какую-то еду, да? Делаем примерно так. Обрываем. Ксения, помогай, да? Вот так вот беспощадно комкаем наждачечку, да? Берем надоевший вот нам, как я говорила, клей, да, и стираем. Видите, все поддается. А, то есть ты из фольги сделала такое подобие губки, да? Подобие губки. Да. Можно почистить сковородку, да, можно почистить барбекюшницу, да, ну и все, что... И все с помощью элементарной фольги. С помощью элементарной фольги. Спасибо. Дорогие друзья, пока наши хозяйки, да, вот заканчивают как бы свои, скажем так, секретики, я, к сожалению, должна сообщить, что наша программа подходит к концу, но мне кажется, что, зная вот про такие хитрости, освоить науку домоводства, ну, каждый из вас будет, конечно же, проще, ведь хорошими хозяйками, надо помнить, не рождаются, ими становятся, да, и вы знаете, я все-таки желаю вам, дорогие друзья, новых открытий, вот этих вот сокрушительных побед на фронтах домоводства. Хочу поблагодарить всех участниц сегодняшнего эфира. Ну, а чтобы было хорошее настроение, чтобы оно сохранилось у вас на весь вечер и на ближайшие выходные, для вас прямо сейчас на «Беларусь-4» будет петь Анна Олейникова. Знаю, все на свете пройдет когда-нибудь, но слишком незаметно мы прошли этот путь. Мир делится на части, когда звучит «прощай», ты снова встретишь счастье, только знай, не забывай. Вряд ли найдется одна на целый мир, то жизнь отдаст тебе, не забывай меня. Я небом и солнцем, небом и солнцем была в твоей судьбе. Мы в разных измерениях, на разных берегах, оставь свои сомнения, прогони этот страх. Согнуться крайне сложно, там вместо света дождь, лишь в этот миг, быть может, ты поймешь. Не забывай, вряд ли найдется одна на целый мир, то жизнь отдаст тебе, не забывай меня. Я небом и солнцем, небом и солнцем была в твоей судьбе. Забывай меня, вряд ли найдется одна на целый мир, то жизнь отдаст тебе, не забывай меня. Я небом и солнцем, небом и солнцем. Добрый вечер, Гомель, Наталья Булынец. До новых встреч в прямом эфире. Пока.